Он родился 12 октября 1981 года в Анкаре. Энгин Акурик, окончивший университет Анкары, факультет языка и истории географии, отделение истории, начал акторскую карьеру, заняв первое место в конкурсной программе «Звезды Турции». После окончания конкурса он присоединился к актерскому составу сериала «Ебанс Демет». Акурик, который в 2004-2007 годах играл роль Кадира Садыкоглу в сериале «Ебанджи Дамат», в 2006 году сыграл роль Дживата в кинофильме «Кадер». В 2007-2008 годах он появился перед камерой с ролью Низипли в сериале «Карайлан», который транслировался на канале АТВ. В 2009 году он сыграл роль Мустафы Булута в сериале «Бербулутаусам», а с 2010 по 2012 год – роль Керима Ильгаза в сериале «Фатмагул Юнсу Куне». Вместе с Фарах Зинеп Абдуллах он снялся в фильме «Байкур Кайлул Меселиси», который вышел на экраны в 2014 году. В 2014 году он сыграл персонажа Амира Демира в сериале «Кара Пара Аск», в котором он снялся вместе с Тубой Бюйкустюн. Он был назван лучшим актером на Seoul International Drama Awards 2015 и был номинирован на Эмми в категории «Лучший актер».